мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. На работе у папы свина. Сегодня особый день. Пеппа и Джордж поедут на работу к папе свину. Папа, а что ты делаешь у себя на работе? Много всего. Увидишь. Папа свин работает в этом доме. Приехали. Кто? Привет, это папа свин. Привет, папа свин. Можно мне нажать кнопочку? Конечно, Пеппа. Кто? Это я. Привет, я. Входите. Нам на верхний этаж. Мы поедем в лифте. Можно я нажму? Теперь очередь Джорджа. Нажимай верхнюю, Джордж. Лифт поднимает Пеппу, Джорджа и папу свина на верхний этаж. Верхний этаж. Двери открываются. Тут работает папа свин. Здравствуйте все! Привет, папа свин! Привет, папа свин! Мистер Кролик и миссис Кошка работают с папой свином. Я привел с собой очень важных гостей. Пеппу и Джорджа. Какая честь! Итак, приступим. Мистер Кролик, можно начать с вас? О, конечно же. Моя работа — это цифры. Я беру эти важные бумажки, беру печать и ставлю штамп. Ух ты! Какая прекрасная работа у мистера Кролика. А можно попробовать? Конечно. Сейчас найду бумагу. Вот же она! Лучше взять чистый лист. Вот, держи. Пеппе нравится ставить штампы. Мне нравится работа мистера Кролика. Пора продолжать. Теперь миссис Кошка. Мяу. Привет, Пеппа и Джордж. Привет. Я рисую разные фигуры на компьютере. А потом печатаю их. Ух ты! И еще одна копия. Спасибо. У миссис Кошки чудесная работа. Можно мне тоже? Сейчас очередь Джорджа. Правильно, Джордж. Теперь твоя очередь работать. Джордж рисует синие треугольники. А теперь распечатать. Мне нравится эта работа. Может, пойдем к моему месту? Да, папа. Это место папы свина. У меня сложная работа. Берем уравнение, преобразовываем и вычисляем тангенс. Наверное, это очень важная работа. А печать у тебя есть? Нет. А компьютер есть? Нет, но у меня есть фломастер. Папа, а можно нам порисовать? Конечно! Пеппа и Джордж любят рисовать фломастерами. Я рисую домик. Джордж рисует динозавра. Джордж всегда рисует динозавра. Динозавр. Вот это да! Уже 5 часов. Пора домой. Ух ты! Какой чудесный, прекрасный домик! И какой страшный динозавр! Мы с Джорджем работали за папу. И отлично справились. Мне нравится работа мистера Кролика и миссис Кошки. Но больше всего папина работа.